Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством художников, скульпторов. Жак Эрольд, урожденный Герард Блюмер, родился 10 октября 1910 года. Был выдающимся художником-сюрреалистом. Родился в Румынии, в еврейской семье. Провел большую часть своего детства в Дунайском портовом городе Галац, где его отец делал и продавал конфеты. Между 1925 и 1927 годами учился в школе изящных искусств в Бухаресте против воли отца. Я цитирую Википедию. Через два года бросил художественную академию. В 1929 вместо этого начал работать в архитектурном бюро. В том же году он поучаствовал в нескольких обзорах румынских сюрреалистов. В 1930 переехал во Францию и благодаря поддельному удостоверению личности изменил свое имя с Герарда Блюмера, его имя при рождении, на Жака Эрольда. Поселился в Париже, где поддерживал тесную дружбу с Константином Бранкузи, у которого он также работал поваром и даже секретарем. Также познакомился с художником-сюрреалистом Ивом Танги, благодаря которому был допущен в группу Бретона. Участвовал в написании картин, которые высоко оценились такими людьми, как Рауль Убок и сам Андре Бретон. После Второй мировой войны удалось провести свою первую персональную выставку в 1947 году. Летом 1948 года Эроль купил полуразрушенный дом «Творчество развивается». Он активно участвовал во всех важных выставках сюрреалистов по всему миру. После 1951 года он ушел уже из группы Бретона. Его стиль стал более абстрактным, и позже он будет ассоциироваться с лирической абстракцией и тахизмом. Весной 1956 он познакомился с Мюзеттой Гауде-Кур, которая станет его последней женой. Получил премию Копли. В 1959 году у него была выставка в Лондонской галерее Тейт. В 1972 провел монографическую выставку. В 1986 за год до смерти, выставлял работы на Венецианском биеннале. За свою жизнь Эроль создал обложки и иллюстрации для более чем 80 книг, таких авторов, как Герасим Лука, Тристиан Цара, Фрэнсис Понж, Жюльен Грак, Маркиз де Сад, Мишель Дютор, Ален Баске, Иларион Воронка, ну и так далее. А в 1995 году искусствовед Саран Александриан опубликовал книгу эссе Жака Эрольда «Историко-критическое исследование». Вот все, что мне удалось найти в интернете, переводной Википедии о Жаке Эрольде, выдающемся художнике-сюрреалисте. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.